Хорошая игра. Во-первых, я хочу поблагодарить ребят за стойкость, за характер, за то, как они сегодня проявили себя после далеко не лучших матчей в паузе. Счет, наверное, отражает сегодня происходящее на футбольном поле. Но самое главное, что игра была интересная, и отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в том числе помогают нам. Наши болельщики, они неповторимы. Владимир Иванович, экстренная замена еще до начала матча Рутенко. Какая-то старая болячка или что-то новое? Да, он у нас тренируется 3 дня, 4, и мы определенный риск был. Он был готов, вчера был и сегодня утром на разминке. Но так бывает, не совсем приятный момент. Пусть и поддержим. Надеюсь, ничего серьезного. Но у него травма была. Благодарю. Еще вопросы, господа журналисты. Пожалуйста. Владимир Иванович, Алисейка на скамейке – это не воспитательная мера? Нет, потому что было опровержение. И, насколько я знаю, Сорока, не знаю. Все знают. Только и Сорока играл, и остальные играли. Но это дело каждого клуба в отдельности. Было опровержение, поэтому здесь просто сделан такой выбор.